давайте смотреть. Давайте проверим размеры этих. Вот это вот на большую сторону. Левый этот и щелкнул на видео. Да, какой шрифт? Куда? Какой-то подключал? На левое, там, там написано. По умолчанию? На наименование. Нет, ну там где Arial. А, где еще? Как фотошоп? Еще, да, фотошоп. Да, еще фотошоп? Ниже. Машины и наименование. Еще не наименование, наименование. О, так. Стоп! А, оно не, не дрыгается, блин! Как делается, знаете? Я видел, у некоторых дергалось. Ну, как не дергается, понятно. Да. Просто сравнивание. Непонятно, как он сделал, что размеры сохраняются. Италик он сделал и так далее, и шрифт увеличил. При этом не дернулось размер. Расстояние между буквами уменьшилось. Маджин, да. Ну да. Отступ. То есть вы же делаете больше, но больше становится, а вы можете делать отступы меньше. Угу. Да, это понятно. В чем вопрос? Я уже скинул, ну ты не рыкнул, маркер остался у него того же размера. Нет, он был любитель, нет, Никита ж любитель псевдокласса. Ну да. Он вообще забил на ули и все. Ну круто. А вы можете на самом деле даже ули точно так же сделать, только убрать маркер, а поставить вот так вот before картинку, потому что это же не стандартный лимит. Понятно? Картинку нельзя ставить, это звук. Картинка — это вызов на сервер. Вызов на сервер заявляет. Один раз делает. И 12 позиций. И с этим самым, как его, спрайтом делает. И все. В общем, тем более, если это ассортимент просто и борт. Никита, это вот кружочек, это картинка? Нет, нет, border radius. Border radius. А, для кого? А, прикол. Лайфхак именно. Не, круто. Офигеть. А вот они марки. Не, нормас. Так, что еще раз интересно? Колеса. Колеса. Если вот так и сделали логотипы, наверное, цветные, верно? Например, но они не цветные, они темнее. Ну, это просто фотошоп.